Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Этот видос я посвящаю настоящим искателям, которые идут по пути самосовершенства, подлинного самосовершенства. Мне не так, то есть все, пятое, десятое. Начался идти 4-й год моих занятий, гравитационный гимнастик. Вернее, вроде это как гравитационная гимнастика, но мне сказали, нет, гравитационная гимнастика это когда, грубо говоря, вот я сейчас начну сюда давить ногами, вес не здесь находится, через рычаг, а здесь. То есть, если я говорю, вот тут 400 килограмм через рычаг, то эти 400 килограмм должны здесь быть. Возможно, тут идут какие-то несколько иные процессы, хотя я где-то 3 занятия сделал у Анатолия Ивановича Самодумова, который все это, так сказать, придумал и 6,5 тонн оторвал. То есть я у него позанимался. Далее Сергей Прокопович Кривых, его ученик, придумал вот такой вот тренажер, дабы, чтобы с этими 200 килограммов здесь, 200 килограммов здесь, не было таких, знаете, погрузочно-разгрузочных работ. Ну ладно, начнем с 400 килограмм. Давим ногами. Главный настрой. Сразу же, почему я давлю 2 раза? Чтобы лучше прочувствовать движение, лучше прочувствовать напряжение, лучше прочувствовать сосредоточение, что я должен сделать и как я должен сделать. Поэтому я давлю не 1 раз, а 2 раза. 450. У многих, конечно, возникает вопрос, а собственно, что дает эта гимнастика, на что она влияет? Я практически пересмотрел все видосы, которые посвящены гравитационной гимнастике. И вот там как раз говорится, после напряжения идет выплеск энергии, и после него ты получаешь этой энергии еще больше, нежели ты затратил. И вот в процессе своих занятий, повторяю, начался 4-й год занятий изодинамической гимнастикой. Энергетика моя существенно возросла. При этом, а как определить, возросла у тебя энергетика или не возросла? Ну вот если я вот так поднимал, допустим, 400 килограмм, а потом в процессе занятий стал поднимать 800 килограмм, значит она у меня возросла в 2 раза. Она уже возросла в 2 раза, это, так сказать, по килограммам, а по ощущениям такое впечатление, что вы наполнены энергией, Но об этом мы еще поговорим. Основное в этой гимнастике изодинамической это настрой. Давить надо не силой, а вот такое понятие, как верой. Верой в то, что вы этот вес поднимете. А вот веры-то и нету. То есть тут мы работаем не с волей, не с силой, а мы работаем с верой. Есть, подняли, да? Подвесим еще. О, 500 килограмм. Итак, что же происходит во время, допустим, вот этого движения? Во время этого движения происходит то, что энергия проходит сквозь ноги. То есть я ее направляю, энергию. Усилие есть не что иное, как энергия. Она проходит от таза, она проходит через тазобедренные суставы, укрепляя их, через коленные суставы, укрепляя их, через голеностопные суставы, укрепляя их. Более того, кости у нас
Она идет по костям, и за счет этого стимулирует костный мозг, который вырабатывает разного рода клетки, в том числе стволовые клетки. Эти стволовые клетки обновляют организм. Насколько я понял, обновление идет, но не такое, грубо говоря, как хотелось. То есть все, знаете, в каких-то рамках. Я не буду вам там брехать, что вот эта гимнастика-то меня омолодила настолько-то, настолько-то. Нет. Но что она работает эффективно над энергетикой и над перестройкой тканей, это однозначно. Это вы увидите сами. Так, ну 500 килограммов. И вот что еще интересно, надо давить с радостью. Это очень сложно давиться. Чтобы у вас лицо не кривилось, а была улыбка на лице. Ну, как говорится, вздрогнем. Как говорится, великолепно. Получай радость и удовольствие от этого движения. Вот в чем заключается. Погоня за большей энергетикой и установка больших весов. Об этом как-то никто особо не говорил, хотя проскальзывало, что люди поломались и так далее, и так далее. Я это за 3 года занятий ощутил на себе. Во время вот этого давления, грубо говоря, если нога, смотрите, то она перестает как-то вот именно в полностью распрямленном состоянии, сустав перестает держать ее так, как надо. И в суставе плавает, и может вывернуться в суставе, что неоднократно и наблюдалось. Поэтому во всех упражнениях немножечко не распрямляется. Немножечко, это мое мнение, там может кто-то еще сказать. Тогда сустав держит. Главное оторвать вес. Поэтому движения такие. Ну и грубо говоря, вот я 500 килограмм сделал. 500 килограмм сделал, да? Я сейчас установлю именно для вас 700 килограмм. В активе я имею в этом упражнении вес 800 на 2 раза сразу я поднял. Почему я не работаю с такими сейчас весами? Оказывается, вот эти вот напряжения, ну будем говорить, вот эта вот работа своеобразная, она ведет к перестройке всего организма. То есть перестраивается весь организм. Это колоссальная нагрузка на организм. И я настолько увлекся этим, вот, ставил там большие веса, что это привело к тому, что, допустим, мышцы не успевают восстанавливаться. Не успевают восстанавливаться, хотя энергетика чувствуется, а вот какая-то более такая тонкая радостная энергия, ее-то особо и нету. И поэтому человек стоит на месте. Но это даже не важно. Важно вот с теми весами, которые вы поднимаете, работать, давая им нагрузку на костный мозг, на суставы. И ваши суставы возрождаются. То есть для того, чтобы они возродились, нужна нагрузка. Очень интересная нагрузка. Она не должна быть большая. И на, вот, грубо говоря, более высоком уровне, это вы начинаете, как бы сказать, поднимать веса, стараться, вот, задействуя все свои волевые и умственные возможности, которые заключаются в вере в том, что вы это подымете. Для простого лечебного воздействия, то есть восстановления позвоночника, восстановления суставов, достаточно вот тех вот небольших напряжений, которые вы делаете, и они прекрасно восстанавливают организм. Итак, 700 килограммов для вас. Вот для вас. Многие по-разному представляют. Одни там так настраиваются, другие так настраиваются. Я мысленно беру как можно больше энергии и представляю потом, как эта энергия пошла в виде движения. Я примерно действую так. Конечно, было бы интересно, как Анатолий Иванович Самодумов настраивался.
что он при этом мыслил. Итак, 700 килогерц. Больше и не надо. Прекрасное продавливание. Как говорится, хватит. Сейчас тренировка такая вот объясняющая и восстанавливающая. Сделать заминку. И я ее сделаю. В охотку подавить. Чувствуете, пошла отрыжка. Пошла отрыжка, это говорит о том, что добавилась энергия в организм. Организм насытился энергией. И те функции, особенно желудок, он у нас очень слабый. Из-за того, что мы едим вареную пищу, едим смешанную пищу, он у нас слабо работает. Ну, по крайней мере, у меня. И сразу чувствуется, он начал работать. Ага, хорошо. Значит, теперь смотрите, что дает вот это упражнение. Именно для поясницы сейчас мы поговорим. Оказывается, здесь у нас имеется выгиб вот сюда. То есть туда позвонки. В грудном у нас отделе, наоборот, сюда позвонки. И вот когда у нас возникают проблемы с поясничным отделом спины, то позвонки норовят уйти сюда, и за счет этого, то есть внутренне уходит, и за счет этого они начинают, будем говорить, напрягаются, спазмируются вот эти вот мышцы, которые держат позвоночный столб. Естественно, они зажимают нервы, и начинаются боли. То есть еще до спинного мозга еще далековато, чтобы что-то там сделалось, но зато вот эти корешки, они уже начинают спазмироваться, вернее, мышцы спазмируются, зажимают вот эти вот нервы и начинаются боли. Что делают костоправы? Вот этот вот отдел. Они пытаются его вытянуть сюда. Вытянуть сюда, чтобы все позвонки стали на место. Для этого используются вакуумные банки. Лично мне делал большой специалист из Германии, вернее, он русский, но обучался этому делу в Германии. Значит, баночку, а потом уже там руками там доработал, то уже ерунда. Значит, очень хорошо помогает. Но оказывается, лично для меня, опять-таки, вот кому-то сделали вот такое вот, и оно стало и нормально. А кому-то делают, она, знаете, вот не держит, выпадает, выпадает. Почему? Потому что нету энергетического корсета, нету энергетического каркаса, который должен быть у нас мощный и держать все это. Так вот это вот упражнение, с одной стороны, когда мы ложимся и ногами давим, мы тем самым поясницу делаем ровной и выдавливаем те позвонки, которые ушли вперед, мы их выдавливаем назад, ставим на места, и все проходит само собой. И плюс еще идет укрепление энергетическое вот этого вот отдела, и великолепно. Далее, здесь же у нас все эти нервы, центры и прочее, которые заведуют половой функцией. И вот в результате этих занятий у нас вырабатывается тестостерон. У нас стимулируется половая функция. У нас стимулируются очень многие вещи. Сейчас сделаю, потом поговорим. А то слишком много говорим. Вот я уперся на поясницу, поясница распласталась, и когда я сейчас буду давить ногами, она еще больше выдавливается сюда, и позвонки становятся на свои места. Плюс стимулируются все эти вот, и так, в охоточку. Thank you.
небольшим весом это делать очень приятно. Очень приятно. То есть редко мы выполняем такие упражнения, в которых мы получали бы удовольствие. А тут как раз мы его получаем. И вот за счет вот этого, знаете, вот есть различные методики. Я много чего делал, много чего достиг, но вот эта вот гимнастика позволила мне совершенно по-другому взглянуть на, как бы сказать, систему подготовки человека. На всех плоскостях, на всех уровнях, что очень и очень удивительно. То есть все тренировки, которые делаются там, качаются, еще что-то, они в первую очередь отымают энергию и требуют восстановления. Вот, это же гимнастика, она наоборот, да еще и травмирует. Все занятия практически травмируют, так или иначе, суставы. Эта же тренировка способствует тому, что она дает нам энергию, стимулирует организм на обновление, особенно костный мозг. Особенно она стимулирует на выработку гормонов, это значит половую систему. И плюс она еще воздействует так, что ваши суставы укрепляются. Я только что вам продемонстрировал 700 килограмм на два раза. Представляете, какие у меня копыта. Ну, продолжим дальше. Переходим ко второму упражнению. Теперь мы с вами задействуем руки. То, что я делал для таза и ног, сейчас мы сделаем для грудного отдела позвоночника, где грыжи, шмыжи и так далее, и так далее, и плечи и рук. Я уже как рассказывал, что у меня было такое состояние где-то на 17-18 году, когда оба плеча, так они болели, особенно в ночное время, знаете, начинали вот этот болеть, что я просыпался, из-за того, что я ворочался, старался, знаете, вот они заболели там одно плечо, я только раз перевернулся, вроде минут 15-20 они там как-то не болят, потом опять начинает ныть. И так я вот всю ночь, что у меня простынь была, вот так, знаете, свернута в канат. Так вот это вот упражнение, что она делает? Она способствует тому, что те грудные позвонки, которые у нас выперли сюда и начинается болеть, и начинается от этого болеть плечи, сердце и прочее, да? Они опять-таки ставятся на место, и плюс мы прогоняем энергию через плечевой сустав, локтевой сустав, кисти. Итак, поехали. При этом берем не вот так просто, а вот давим вот так вот. Называется это кость в кость. И поехали. Такое впечатление, как будто вы хотите потянуться сладко. И здесь у вас раскрывается грудной отдел. Энергетика грудного отдела. Вы давите сюда, вверх по суставам. Локти перестают болеть, плечи перестают болеть. Более того, они укрепляются. Набросим 160 килограмм. Обычно я хожу, но так как я сейчас вам рассказываю, я стою на месте и, так сказать, объясняю. Значит, вот это вот упражнение, опять-таки, люди занимаются, травмируют суставы кисти, особенно локти и плечи. И вот это вот упражнение способствует тому, что если вы его будете делать, вот занимаясь изодинамической гимнастикой, если вы будете заниматься, то тем самым вы будете залаживать прекрасную основу для любого вида спорта. Чтобы у вас не было травм, чтобы у вас была энергия, чтобы вы не сидели на дурацкой этой гормонозаменительной терапии. Это, знаете, вот люди, которые ограничены в своем кругозоре, они видят только вот это. Да оглянитесь, есть огромное количество разного рода, я уж не хочу сказать препаратов, средств, которые стимулируют нашу гормональную систему. И физические упражнения естественный мощный стимулятор всего этого. 160. Итак, будь смелее, акробат.
не бояться веса, а наоборот, с радостью давить. С радостью, то есть, если во всех занятиях разного рода спортом человек, ну, некоторые умудряются получать радость не без того, как, допустим, Арнольд Шварценеггер. Тайна Арнольда Шварценеггера заключается в том, что он сам ее высказал, что я во время всех этих напряжений и сосредоточений, то, что я делаю, я кайфую. Как он говорит, я, мол, кончаю во время выполнения упражнений. Это очень интересный, как бы сказать, момент, очень интересный момент, на который практически никто не обратил внимания. А вот здесь же он основной, чтобы вы это делали с радостью давили. То есть в основе создания человеческого существа, самого зачатия, лежит радость. И вот эту вот радость вы должны как раз вырабатывает, все должно делаться с радостью. Это еще огромная вещь. Плюс у вас, смотрите, вот сейчас тут стоит 180 килограммов. Там подымешь, не подымешь. У многих людей оказалось, и у меня в том числе, возникает страх перед весом. Вот подниму я его, не подниму. А кто там посмотрит, что я поднял или не поднял. Как-то, знаете, это. Вот этот страх исчезает. Более того, вы становитесь настолько энергетически насыщенными, уверенными в себе, что у вас возникает совсем иное взаимодействие с окружающим пространством. Вы уже не боитесь там, грубо говоря, идти по улице и думать, что к вам пристанут хулиганы, там, то есть всего пятое, десятое. Вы уже начинаете на более высоких ступенях вот этой гимнастик, вы начинаете уже управлять пространством и делать так, как вам это надо. Удивительнейший феномен. Итак, 180 кГц. Кстати, я в свое время, когда был молодой, красивый, я как раз 180 выжимал, лежа выжимал. Ну, а сейчас... Будь смелее, акробат! Конечно, я его не выжимаю, но выпуливаю, так сказать. Ну и для вас, только для вас, уважаемые искатели истины, искатели самосовершенства настоящего, для вас я сделаю с весом 200 кГц. Ну что, интересная получается у нас беседа. Знаете, вы начинаете, когда у вас есть энергетика, вы начинаете общаться с пространством так, что нужные мысли в нужный момент, в нужной формулировке приходят сами. Вы можете стихи сочинять, музыку сочинять. Вы вообще можете реализоваться в творчестве, в любом творчестве. Реализация в любом творчестве, даже в любом виде человеческой деятельности требует энергию, но нету энергии. Когда у человека нет энергии, ему там, грубо говоря, не до каких-то там полета мысли, а он тут приземлен, как бы ему тут это, ногу передвинуть, а то она не поднимается. Кстати, чувствуете, энергетика уже у меня подкачалась. Вот эти вот занятия способствуют, но главное, перестройка идет настолько сильно, что важно не увлекаться. У меня вот этот тренажер стоит дома. Поэтому я могу в любое время подходить. И я в любое время подходил. И, грубо говоря, немножечко так загнал себя. Важно где-то раз в 7-10 дней делать вот такую тренировку, как я сейчас делаю и показываю. Итак, 200 кГц. Мысленно я втягиваю в себя энергию. Мысленно я втягиваю в себя радость. Мысленно я соединяюсь с центром Земли через ноги. И здесь выстраивается энергетический столб. Итак, 200 кГц, будь смелее, акробат.
и хватит. Почему нежелательно много раз поднимать? Много раз поднимать, вот допустим, грубо говоря, не 200 килограммов, вот как я сейчас два раза поднял, а поднимать, ну допустим, 160, так можно так, на 4, 5, там 6 раз прочувствовать это все дело. А здесь как раз вы, вот идет сосредоточение на один раз, чтобы вы сработали на один раз. И как вы видели, на один раз 200 хорошо пошло. А на второй раз уже тяжеловато. А сейчас мы с вами оставим 160 килограммов и поработаем в свое удовольствие. Порадуемся вот этому самому эффекту напряжения, эффекту этого маленького движения. Именно вот это движение, как раз тут видите, тренажер, он ограничивает это движение. И это очень хорошо, чтобы у вас, как я вам говорил, не вылетели суставы, когда они становятся в одну линию, вот так вот они стали, вот так вот они стали, вот. Они норовят вот так вот соскользнуть. А когда они немножечко вот так под углом, их уже держит сустав, мышцы. И кость относительно друг друга не выскакивает. То есть вот она заминочка этого упражнения. Вы, как бы сказать, кайфуете. Просто кайфуете. Вам приятно выжать вот этот там вес. Вот, ну, люди, которые занимаются силовыми видами спорта, они меня хорошо поймут, что одно дело, когда ты идешь на предел и что-то там получаешь, поднял этот предел, радость получается. А совсем другое, когда там до предела еще далеко, и тебе вот в радость хочется там соточку пожать, 140 пожать, или там соточку поприседать, 140 поприседать, когда ты, там, допустим, там, грубо говоря, там 200 приседаешь, 200 лежа жмет, вот этот в кайф. Вот этот вот кайф позволяет давать вот это тренировочка. Итак, опять. Опа! Взяли энергию. Кстати, о том, как брать энергию, выполнение занятий организм вам подскажет сам. Интуиция работает великолепно. Итак, 160 кГц, да? Потянулись. Продавили руки. Чрезмерно увлекаться не надо. Вот этот центр открывается. Вот это туда, опачки, качаете энергию. Опачки, качаете эту энергию. Великолепно. И, кстати, в зависимости от того, какие центры у вас лучше работают, вы в тех упражнениях будете поднимать гораздо больше. У меня, например, грудной центр не так хорошо работает, но как бы хотелось по сравнению, допустим, вот, с тазом. Переходим к самому важному упражнению, в котором демонстрируется вся энергетическая мощь организма. Именно в нем, именно в этом упражнении. Итак, вес готов. 700 килограмм начнем. Именно в этом упражнении проявляется вся энергетическая мощь человеческого организма. Что вы и как вы там можете сделать? И опять-таки, за счет того, что пояс лежит на, у вас на пояснице, там чуть ниже, у вас происходит, что вы выдавливаете позвонки, которые ушли сюда, вверх, они становятся на место. Что касается выполнения упражнений, то усилие должно нарастать медленно и плавно. Как только, вот допустим, ну, мне поднять 700 кг легко и просто, я могу быстро поднять. Как только вы поднимаете быстро, возрастает риск того, что у вас вот этот сустав вместо сюда вывернется в обратную сторону. То есть вот так он станет, ну, грубо говоря. Он должен быть вот так стоять, а он станет вот так вот. Чтобы вот такого вот не было. Медленно, плавно все это дело делается. И тогда вы получаете максимальную пользу. И опять-таки, оказывается, неважно, какие-то большие веса. 700 кг это очень большой вес. Это очень большая нагрузка. И если вы напрягаетесь мышцами, у вас мышцы, вот раньше они у меня каменели, аж до боли было.
Сейчас я напрягаюсь совсем по-другому, легко и просто поднимается. Никакой каменелости нет. Мышцы, знаете, как у женщины. Эластичные такие, легенькие. Ну ладно, как говорится, к делу, за дело. Опять сосредотачиваемся. И мысленно, вот лично я, мысленно, я пытаюсь вот эту вот махину оторвать мысленно. И если у меня мысль достаточно сильна, то это получается. Если же мысль у меня, грубо говоря, я какой-то несвежий, усталый, плохо выспался, то, естественно, ничего этого не будет. Поэтому, опять-таки, я вот становлюсь, упор нашли, куда вы будете давить, закрываем глазки, и не спеша мысленно начинаем вот этот подъем. Вдох. Больше и не надо. Вот так вот в кайф. В кайф вы подняли. Ну что, поставим 800 кГц. И вот тут, на вот этих вот весах, начнет особую роль играть ваше сознание. Чтобы в ваших мыслях не возникало никаких сомнений о том, что вы подымете, не подымете, или вы там подумаете о чем-то другом. А вот именно все было направлено на одно. Ух! Вот это вот движение. Ух, тогда будет толк. Так, ну походим. Вроде бы ты и напрягаешься. Я уже научился напрягаться правильно, более-менее. Если напрягаешься силовое, это одно. Сил, ну это и хрен знает сколько силы тут надо. И мы еще такие веса там поднимать. Да, веса. Вот, силовое это одно. Это и большие затраты энергии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если же ты напрягаешься совсем другим, то тут какие-то, конечно, идут другие энергетические затраты. Ну, вот такого нету. Ну, вот я сейчас так при тебе похожу, пока тут. И в то же время я заметил, интересно, вот ты пошел на тон. Уже как-то, знаешь, эффект гораздо больше, нежели с 900. Даже ты не поднял. Но ты уже как-то на нее пошел. Психологические все-таки какие-то люди. Очень интересный хвеномен. Ну, сейчас попробуем. Наша задача попробовать вот именно умом и получить радость от этого. Это очень сложно, знаешь, перевернуть свою вот эту вот мыслительную деятельность с того, что ты должен поднять, как бы сказать, в уме, а ты не поднимешь вот так и сяк, и пятое, и десятое, а просто тут от тебя, значит, вот напрягись и получи радость. Насколько ты готов к получению радости и так далее, и тому подобное, ну, тебе как-то и дадут, либо не дадут. Да, с этой позиции надо самим собой общаться все-таки. Вот. Где-то подбадривать, где-то успокаивать. Ну, сейчас попробуем. И вера, понимаешь, и еще тренировка веры, что ты подумаешь, это совершенно иная, понимаешь, задача. А веры-то нету. Отсюда и результат соответствующий, грубо говоря, на 900 килограмм там, ну, кого как. Вот. Вот так вот, вот сюда. Вот я нашел эту точку приложения, да? Представляешь? Есть! Я бы не сказал, что какое-то напряжение было. Да?
Вот это уже, извини меня, так сказать, за хвастовство, высший класс. Ни разминки, ни хреминки, ничего, пошел. Трес. Нет, супер, молодец. Вы понимаете, в один момент... Это высший класс. В один момент прямо я почувствовал энергию, аж прилила, я говорю, и вошла она. Ну дай бог. Вот это высший класс уже, видишь. У меня не возникает вот этих вот, знаете, вот таких вот мышечных тут судорог от этого напряжения. Но тем не менее, это огромная нагрузка, и оказывается, огромная нагрузка, прежде всего, на сердце. И чтобы у вас не было проблем с сердцем, вот как раз надо интервалы такие делать, чтобы где-то 7-10 дней, это самая нормальная тренировка. Советуется, ну там у Самодумова, кстати, видите, заработал опять желудочку, советуется там, значит, раз в 2 недели. Ну раз в 2 недели это вообще вынужденная мера из-за того, что занятие стоит очень дорого, если вы там будете где-то. Ну там вы узнаете сами, насколько это дорого и так далее. Плюс туда еще надо приехать и так далее. Совсем иное. Я, когда понял, насколько это мощно для меня влияет, насколько оно может возродить мой организм, я плюнул на все и приобрел этот тренажер у Сергея Прокопьевича Кривых. Сделал. Плюс я его еще дополнительно укрепил, чтобы он все это держал. И занимаюсь. И я столько, грубо говоря, выручил. Не то, что сэкономленных денег там на лекарствах, на спине и так далее, и так далее. Все это ерунда, это совсем не то. Это, знаете, люди, которые не знают, не понимают, как устроен организм и как его укреплять, они думают, что таблетки, кто-то за вас там сделает, поменяют суставы, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти мероприятия, которые я перечислил, там, правка спины и прочее, прочее, в большинстве, особенно если она продолжает выскакивать, в большинстве это не что иное, как уход не в ту сторону. Вы совсем в иную область, и ничего не получаете нужного. А здесь же вы получаете мощь, получаете, знаете, какое-то действительно второе рождение. Я-то думал, когда у меня вот это все заболели суставы, спина, я ходил с поясом и так далее. Думал, ну все, жизнь кончилась, хобот повис, так, и так далее. Когда там, что там, знаете, когда ты перекошен, тебе уж не до каких-то там этих утех и прочее, прочее, прочее. Ну все, возраст, дело подошло. Теперь же я смотрю вперед уверенно. Если еще, будем говорить, даже то, что я делаю, уже этого достаточно для того, чтобы прекрасно, значит, жить. А если еще увеличу, то ё-моё. Как говорится, вот они, подлинные вещи. И как раз скрытые техники цигун, китайских гимнастик, которые скрытые, они как раз что, о чем говорят? Они ведут к изменению костей. А мы тут вот этими простыми вещами как раз и занимаемся этим делом. Итак, объединяемся с пространством мысленно. И поехали. Нога поехала, видите? Поэтому надо встать, настроиться, чтобы никто ничего никуда не уезжал. И только после этого начинать плавно делать усилия. Хорошо. Плавненько сделать усилия. Ну и, как говорится, для вас. Только для вас поставлю 900 килограммов. И, как говорил Анатолий Иванович Самодумов, подниму или не подниму, мое дело пробовать. И я попробую. 900 килогерц. Походим, подышим. Как видите, 800 я оторвал. Дал нагрузку продольную. Тазомедренные суставы, коленные суставы, коленостопные суставы, кости. Все это простимулировалось. И это именно та работа, которую от нас ждет организм. Для того, чтобы шло возрождение. Вот это важно понимать. Опять-таки,
Большинство различных гимнастик, ну, кроме как там каких-то секретных китайских, тибетских и так далее, по работе с энергией цигун, все это игнорируется. Там идет эксплуатация человеческого организма на то, чтобы получить результат. А вот на то, чтобы эти гимнастики возрождали организм, вот это совсем иное дело. Вот этого мало кто что делает. Обычно я хожу так кругом, но сейчас, так как я беседую с вами, топчусь на месте. Итак, 900 кГц. Очень важно впустить в себя радость, вот эту радостную энергию высшего качества, которая как раз всем этим делом руководит. Очень важно. И не так-то это просто выходит. Но тем не менее, если я занимаюсь, то что-то начинает появляться. Итак, 900 кГц только для моих посетителей, потому что я, так сказать, из-за того, что слишком часто, слишком много подходил, как-то подустал и забился. Итак, это сделаем с открытыми глазами. Более силовое движение получилось. И вот тут уже судорожно сжались мышцы. Поэтому. Мы с вами сделаем заключительный ход. Так называемая заминка. Чтобы кайфануть от этого упражнения на весе 750 кг. А чтобы прочувствовать вот это напряжение. Потому что, как бы сказать, проявление жизни есть не что иное, как напряжение и движение. То есть вот в этом напряжении и движении, маленьком пускай, движении, почувствовать вот эту радость бытия. Того, что мысль, которую я подаю для подъема этой тяжести, она воплощается в физические какие-то действия. Вот такие вот. И как раз тут у нас прекрасно, еще разок, пройдет энергетика, спокойно, легко, раздвинутся косточки в этом самом, в тазу, в копчике даже, когда я занимался вначале, у меня шла рихтовка копчика, там потрескивания, позвонки становились на место, там даже, в области таза становились на место. Ну, теперь в области поясницы более-менее не так стали. Знаете, я чувствую, не просто так, фух. Итак, заключительный подходик на 750. И вот когда ты мысленно вот так делаешь, ты буквально-таки купаешься в энергетическом вот этом вот океане. И мысли возникают, бери больше. А ты, к сожалению, из-за ограниченности своего сознания, умка, так сказать, не можешь взять. Если ты сможешь взять больше, ты, естественно, поднимешь легко и просто намного больше веса, без всяких затруднений. Аж голову бьет, когда так хорошенько ты возьмешь. И плюс, почему еще такое вот происходит, это из-за того, что оторвав 900 килограммов, я получил гораздо больше энергии, нежели затратил на подъем. То есть сейчас 750 этих килограммов я буду поднимать легко и просто. Просто легко и просто. Ну, посмотрим, как это будет. Хватит. Важно знать меру. Легко и просто прокайфовали. То есть открыли энергетический центр в утазе, и он выплеснул огромное количество энергии, которое превратится в половую энергию,
будет, семя будет великолепного качества. То есть у вас будут такие дети здоровые. Ого. Особенно когда будет заниматься муж с женой. Дети будут сильнейшие, умнейшие. Вот такие вот особенности занятий этой гимнастик. Дали нагрузочку на сердце, естественно. И вот здесь вот важно отдохнуть. Достаточно. Я еще, знаете, что использую? Ем сушеную хурму, размачиваю ее и ем. Как раз она благотворно влияет на сердце. То есть в любом деле, вот смотрите, я занимаюсь сам. И как вы уже видите, достиг кое-каких результатов интересных. Особенно вот в ощущении себя совершенно иной личностью. Это самое важное. Важно, чтобы вы сами оценивали ту перестройку, которая происходит у вас. О, опять, видите. Так, следующее упражнение. Смотрите, вот 5 упражнений, интересно. Теперь это упражнение, когда мы накопили энергию, пропустить ее по позвоночному столбу. Пропустить ее. Это очень важно. И здесь как раз вот эта вот тяга пойдет. Ноги работают. Как 2 таких мощных столба энергетических. Все это в тазу соединяется в один. И идет по позвоночнику вверх. То есть пробивает различные пробки. Укрепляет там его. Вот эти грыжи, которые у меня были многочисленные. Все это исчезает. У вас позвоночник становится такой, какой вы даже не ощущали. Вот если бы я в свое время занимался бы, тогда, когда спортом, о, думаю, что я бы выполнил бы гораздо больше нормативы, нежели мастера спорта. Ну, это выполнял больше мастера спорта, ну, как говорится, до международника было далековато, мягко говоря. Почему я перематываю? Почему я беру лямки? Потому что веса такие, лично для меня, огромные, а кисти оказались такие слабые, что они не выдерживают, они разжимаются. Поэтому я использую лямки. Начнем с веса, не будем, так сказать, это самое, гнать куда-то этих самых лошадей. Опять-таки, все надо правильно делать, не спеша, потому что как только энергии у вас больше, силы станет, и вы рванете этот вес, и вот этот вот рванете, как раз скажется на суставах. Поэтому все медленно, плавно. За счет медленности и плавности все вот эти вот суставы у нас становятся на свои места, тянут так, как надо, а не соскакивают. Плюс, если что-то у вас такое получается, кстати, смотрите, какая энергия, какой голос. Вы можете вовремя остановиться. Хотя тут и движение вот такое, которое трудно получить травму, но тем не менее возможно. О, все возможно. Так, вешаем. Пояс берем. Опять-таки настраиваемся. Вес 360 килограммчиков. Вы уже подготовлены. Организм разогрет. У вас уже появляется испарина. Энергия буквально таки идет. И вы, как бы сказать, размяты для этого веса, для этого упражнения. То есть очень интересная, так сказать, тенденция. Лямочки зажаты и медленно, плавненько. Поехали. Вес полетел, да? Потому как вы поднимаете вес, вы можете уже примерно определить, сколько вы там можете поднять. Ну, я ставлю большой диск. 400 килограммов сейчас. За счет рычага тренажера каждый повешенный вес
сразу становится, когда вы вот здесь начинаете поднимать, в 4 раза больше. То есть 10 килограмм повесили, усилия надо приложить 40 килограмм. Хотите верьте, хотите не верьте, это ваше дело. Я занимаюсь для себя, вам показываю, объясняю. Может у вас возникнуть какой-то интерес. Со мной много людей начало заниматься и побросали. Я как-то даже не понимаю, хотя они получили хороший эффект. Ну, все позаброшивали, все, мол, не надо. Вот сейчас Тиган занимается, и он уже осилил 600 килограмм вчера. Итак, тяга, 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 которая позволяет, можно так сказать, энергии стрельнуть от буквально таких таза в макушку. То есть тут и тут не просто какие-то напряжения. Хотя, я говорю, можно гораздо меньше там поставить. И я начинал с пустого тренажера. Пустой тренажер 100 килограмм. Вот, и потихонечку, как вы видите, уже я дошел вот. Заколбасили. Поставим еще 40. То есть 440 килограмм. Лучший у меня результат в этом упражнении 540. Опять-таки, тренировочный процесс — это очень непростое занятие. Идут, будем говорить, откаты, идут разного рода там удачи, неудачи, особенности, какие-то затыки и прочее, прочее, прочее. Но в любом случае, я это самостоятельно все преодолел. И перед вами разъясняю, очень тщательно разъясняю. И показываю, что со мной, как я это делаю, без всякой утайки. Конечно, надо бы походить, нежели топтаться на одном месте, чтобы быть у фокусе камеры. Я вам все это объясняю, показываю, рассказываю. И вот как раз, значит, повышенный уровень энергетики, он вызывает разогрев организма, он вызывает повышенную выработку всех этих иммунных тел. И у вас со здоровьем происходят такие колоссальные положительные изменения. То есть вы становитесь устойчивы и к инфекции. Вы начинаете бороться с разного рода, если внутри какие-то там имеются там опухоли и так далее. Кстати, Самодумов рассказывал, что к нему приходили с онкологией, и они там ее излечивали. Вот такие-то дела. Ну, 440. Представляю, как я тяну энергию оттуда. Через ноги вообще она столбом идет. От центра земли столбом идет. И вот по мере вашей тренированности этот столб становится все больше и больше. Итак, 440 килогерц. Есть! И, как говорится, без фанатизма. Без фанатизма. Хотелось пойти и на 500, но не надо фанатизма. Вот не надо ему. Потому что фанатизм и доводит до беды. Или, грубо говоря, хвастливая показушность. То, что я выдавал, я вам покажу на других видосах. И вот заключительный подход 360 килограммчиков, пускай там будут. Я заключительный подход сделаю, покайфую. Вот эту тягу покайфую. Очень важная вещь — покайфовать. Камеры скоро начнутся садиться, лепездричество заканчивается. Ну ничего. Сегодня важная и нужная тренировка. Как бы сказать, подвожу итог своим трехлетним занятиям. Кстати, после этой тяги вот эти трапеции болят, как эти самые. Со временем не так все это проявляется. А так, будто они тут поработали, будто ты что-то тут возил день и ночь. Важно еще не спешить. Не спешить. Почему? Потому что вы должны понять правильность движения. У вас, тем не менее, должны укрепиться связки, подготовиться мысли. Далее начнется работа с сознанием, что и как делать, куда напрягаться,
что представлять, где вовремя остановиться, а где поднажать, где быть смелым, а где вовремя и прекратить. Итак, 360 кГц. Штанга аж летит. Сейчас я покажу, как здесь давит. Раньше у меня здесь так надавливало, что были кровоподтеки, поэтому пришлось перематывать. Вот, кстати, хорошенько тут надавило. Но это уже нету кровоподтека, хотя здесь давило хорошо. Так, четвертое упражнение окончили. Теперь идет следующее упражнение, которое направлено на укрепление всего позвоночника. Начинается с минимума. Вес 270 килограммов. С минимума. Все начинается. Походим немножко, восстановим дыхание. Отрыжка. Энергетика работает. Работает прекрасно. Как говорится, и не важно лезть на большие веса. Важно вот в охотку и в кайф поработать. Получить удовольствие от напряжения, от вот этой возросшей энергии, от того, что вы становитесь совсем другой личностью. Это очень важно. И, кстати, в этом упражнении разламывается вот эта вот область. Вот это вот. Плечи. Вот здесь вот, знаете, вот эта холка, которая тут начинает болеть, расти. Все это здесь разламывает. Легко и просто. Медленно и плавненько напрягаемся. Здесь должно быть медленно и плавно, чтобы вы чувствовали позвоночник, что все над нем хорошо, нормально. Добавляем еще 40 килограмм. Итого 310 здесь. Это одно из серьезнейших упражнений, которое требует особой подготовки. И в то же время оно дает самый лучший результат на укрепление всего позвоночника. Но требует тщательной, постепенной подготовки. Почувствовать укрепленный, могучий позвоночник – это, ой, это особое чувство. Это особое чувство. Кстати, во время его выполнения я вначале переживал за поясничный отдел позвоночника. А когда начал делать, у вас должна укрепиться вот эта вся область брюшины, пах, живот и так далее. Потому что я чувствую, здесь как раз могут вылезти грыжи. Грыжи могут вылезти. Поэтому постепенно все это делается так, что у вас, вы чувствуете, живот начал держать. То есть у вас вот этот корсет и мышечный, и энергетический стал мощным. Вот такие вот упражнения, которые укрепляют все. Итак, 360 только для вас. Хотя в этом упражнении я... имея лучший результат 440 килограмм. Как говорится, откат, накат и все там такое. Но тем не менее укрепление идет, и я этому очень рад. Очень рад. Как говорится, лучше постепенно, но фундаментально. Нежели быстро, а потом такая и все. Итак, 360 кГц. Опять-таки я тяну снизу энергию. Мысленно представляю, что прямо с ядра земли. О!
аж в голову ударило. При этом я поднимаю, осторожничаю, слежу за поясницей, что там, как там, она не лозит, не выстрелит ли что. Поэтому все должно, как бы сказать, под контролем, не спеша в любой момент остановиться. И, так сказать, заключительный подход. Опять-таки сделаем 270 килограмм, просто покайфуем. И совет, пока не сформирован мощный энергетический каркас, который поддерживает ваш позвоночник, занимайтесь с весами, которые вы легко осиливаете. В противном случае, без энергетического каркаса, который держит, и вы поднимаете, вы просто-напросто сплющите себе межпозвоночные диски в районе поясницы. А зачем вам это надо? Вот зачем вам это надо? Вы же занимаетесь для того, чтобы вас наоборот подбросила энергетика. То есть вот это упражнение позволяет настолько прокачать вот эту вот энергию, что вас начинает подбрасывать. У вас появляется легкость в движениях, легкость в ходьбе. Вы не замечаете своего тела, если я, допустим, 360 килограммов на плечах, то, естественно, нести свои там 108 килограмм легко и просто. Вы почувствуете эту уникальную легкость. Итак, кайфанем и закончим. Все, 5 упражнений сделаны. Заканчиваем. Становимся. Теперь позвоночник, чтобы у нас был напряжен. Чтобы нигде у нас грыжа не лезла. Проверяем. И подняли. Легко, просто, хорошо. В голову энергетика бьет. И такое, знаете, вот интересное состояние получается. Все. На этом тренировка закончена. Я с вами поделился всем тем, что я знаю. Последние тут штрихи – это массаж стопы. То есть стопа получила самую большую. Поэтому мы ее дополнительно разомнем. И, кстати, так у нас, как у нас вроде бы возникло некое сжатие позвоночного столба, хотя он после этого сжатия еще сильнее распрямляется, но, как говорится, все должно быть в рамках разумного делается. Сейчас вот это вот упражнение, оно еще и позвоночный столб немножечко раздвинет. Итак, упражнение вот такое. Это своеобразный массаж стоп. Ложитесь. И вот. Хорошенько, хорошенько. Катаете, раскатываете. Все. И потом можете даже сделать вот такое вот. Вот это будет то, что надо. На этом тренировка закончена. Благодарю за внимание. И если у вас хоть немножечко работает соображение, вы отнесетесь к этой информации, которую я вам дал, которая может вас вытянуть из очень сложного состояния вообще, во всем, по всей судьбе, по здоровью, там, по материальным, семейным и прочим вещам, она вас может вытянуть, если вы будете заниматься. Вы раскроете себя. То есть это гимнастика для того, чтобы мы раскрыли себя с энергетическим, так сказать, мощным потенциалом, раскрыли свой творческий потенциал и плюс еще оздоровили себя. Какая гимнастика еще делает такое? Ответьте мне. Кстати, вот так вот я выгляжу после этого занятия. Как вам? Мужчинка под 70 лет.